В Алтайском крае разработают программу развития беспилотных систем до конца июля этого года. Первое совещание рабочей группы прошло сегодня в правительстве региона. В ее состав вошли представители профильных ведомств, контрольно-надзорных органов и образовательных организаций. Правительство России поручило регионам разработать программу развития беспилотных авиационных систем на местном уровне. Работа идет по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Национальный проект включает в себя несколько больших серьезных блоков. Сегодня стоит задача по максимуму в этом национальном проекте найти себя, не только поддерживать развитие спроса на продукцию на территории Алтайского края, ну а также заниматься в том числе и технологическими разработками, и сборкой этих летательных аппаратов, и применением их в различных отраслях народного хозяйства Алтайского края. Пока в Алтайском крае нет серийных производителей беспилотников, но некоторые промышленные предприятия уже изучают возможности для производства различных комплектующих. Рабочая группа изучает уже существующие региональные программы, что-то планирует адаптировать под Алтайский край. Например, включить в программу подготовку квалифицированных кадров для управления дронами. Мы попытались проанализировать, посмотреть, какие мероприятия еще включаются в эти программы региональные. Ну вот для примера приведу, что включают мероприятия проведения соревнований по пилотированию беспилотных воздушных судов. Предусматривают наши коллеги обеспечение доступности качества даже медицинской помощи, оказываемой в сельской местности. Вузы региона готовы участвовать в программе. У Алтайского технического университета уже есть наработки по производству программного обеспечения для дронов, у Аграрного университета по подготовке кадров по управлению беспилотниками.